Деньги эти крайне необходимы, так как именно сейчас проводится подготовка к новому отопительному сезону, и многие котельные теплосети нуждаются в ремонте оборудования. Должников ждет наказание. То есть в отношении их будут проводиться мероприятия в соответствии с 354-м постановлением в части ограничения подачи любого ресурса, который на сегодняшний момент является неоплаченным, либо находится в процедуре судебной. Задолженность иных частных лиц достигает 500 000 рублей. Метод воздействия на них уже выбран. По квартирам будем рассматривать метод установки. Есть договоренность с управляющей компанией, два договора. Будем устанавливать в канализацию заглушку, которая позволяет прикрыть доступ к канализации. Предприятиям-должникам будет полностью перекрываться подача горячей воды. Эти меры начнут предпринимать уже на следующей неделе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.